Всем привет! Короткое видео. Подписчик попросил показать, как произвести определение места судна по пеленгам. Это все делается очень просто. Заходим в лог, event log, position event. Вот LOP, это length of position, то line of position, извиняюсь. Здесь выбираем по пеленгу, по дистанции, либо по пеленгу и дистанции. Выбираем по пеленгу и дистанции. Вот, к примеру, мы рядом с берегами идем. Вот тут у нас два огня есть. Просто кликаем на маяк. Вот вы видите, у нас и пеленг, и дистанция. Нажимаем Add. И также кликаем на второй маяк или огонь, или что это у вас будет. Нажимаем Add. Когда мы взяли пеленга, можно еще на третий взять. Вот у нас получилось. Потом просто нажимаем Record. Все, здесь у вас будет показано LOP, время. Когда вы клацнете на LOP, будет показано, какой пеленг, какая дистанция до объектов. Ну, как-то так, это все.